Сегодня мы продолжаем разговор о ванных комнатах и поговорим о форме, которая наравне с цветом и рисунком влияет на наше восприятие предмета. Форма рождает какие-то ассоциации, эмоции, но вот форма, в отличие от других параметров эмоциональной составляющей, должна обладать еще и эргономичностью, практичностью, массой других характеристик. Посмотрим, что же нового с точки зрения эстетики и функциональности предлагают нам европейские дизайнеры. Смотрите сегодня. Формы санфаянса становятся более утонченными. Здесь полупогружной умывальник с очень тонким краем, еще тоньше, чем мы видели на предыдущих моделях. Мне очень нравится эта форма. Умывальники стали эффектно отбрасывать тень. Посмотрите, как скошен борт вниз, то есть образуется интересная тень. Умывальник немножко отрывается от столешницы. Новые формы и технологичные решения. Более экономичные, экологичные и гигиеничные. Здесь есть возможность протереть унитаз, не забираясь туда. Ну, собственно, с санитарной точки зрения фабрика декларирует,